Занятия в школах Якутска будут отменять при таких же условиях, как и раньше. Об этом сообщили в управлении образования городской администрации. Образовательный процесс могут приостановить из-за низких температур как на улице, так и внутри школьных помещений. Также занятия могут отменить при высокой заболеваемости ОРВИ среди учащихся. Количество заболевших в классе должно превышать 20% от общего числа учеников. Кроме того, занятия могут отменить из-за отсутствия водоснабжения. Еще несколько лет назад были определены температурные режимы, при которых могут быть отменены учебные занятия. Они не изменились. Минус 45 градусов учебные занятия отменяются с 1 по 5 класс. При температуре минус 48 учебные занятия отменяются с 1 по 8 классы, а при температуре наружного воздуха минус 50 учебные занятия отменяются с 1 по 11 классы.